или октябрь на киноленту. Снегурочка в руках вампир брикет, еще не в бронзе, а уже легенда. «Снегурочка», билет в кинотеатр, которого давно нет, «Амурозавр». Истории развития и жизни амурской столицы собрали в городские легенды. Сюжеты отрисовали на 9 технических шкафах в разных точках областного центра. Над преображением 22 телекоммуникационных шкафов работал художник-оформитель Роман Тарабанов. Расписывал их аэрозольной краской и эмалью. Они долговечны и защищают от ржавчины. Приходилось вставать в 4-5 утра по светлу, как рассвет. Ехать на роспись, потому что, во-первых, никого нет, тишина, погода классная, жары не такой нет. То есть основная проблема – это в подготовке и там, в передвижении. Как таковой процесс, он не такой долгий. Благовещенск – единственный дальневосточный город, где воплощают такой художественно-краеведческий проект. Тех шкафы украсили не рандомные рисунки, объединенные по смыслу. Для того, чтобы определить, какие истории разместятся, в городе провели конкурс. Теперь открыли экспозицию. Всего на ней представили около сотни работ. Основные как раз-таки эскизы участников конкурса. Здесь не только рисунки победителей, но и тех, кому немного не хватило удачи. На самом деле и изобразительное, и декоративно-прикладное творчество посвящено самому дорогому и близкому для каждого благовещенца месту. И как мне кажется, не главное именно профессионализм в изобразительном творчестве. Здесь самое главное иметь большую душу и доброе сердце для того, чтобы отразить вот таким образом с большой любовью свой город. Подобные проекты реализовали в Рязани и Брянске. Перенести опыт в Благовещенск решили специалисты амурского филиала Ростелекома. Поучаствовали в конкурсе не только профессионалы, но и учащиеся художественных школ, студенты, начинающие художники. Оценить работы получится в Народном музее, библиотека «Центральная» до 20 августа. Екатерина Борисова, Алина Шульмина, Максим Яценко. Программа «Город».